Привет всем, кто смотрит. Проверим сейчас счетчик Гейгера-Мюллера. Типа SBM-20. Это значит, вот у нас. Это новый счетчик с хранением, с консервацией. Не был в использовании. Его родная коробка, упаковка. Вот такая. Сейчас будем его проверять на работоспособность. Эти счетчики не были в дозиметрах, не стояли никогда. Это завод их выпускал отдельно, они продавались отдельно, как запасные или там для ремкомплектов запасных в комплектации, которые добавлялись в ящики с дозиметрами, либо просто так отдельно. Вот продавали, вот такая от него идет коробочка, здесь мокрая печать SBM-20 написано, какой-то номер партии. Вот, это так ручки кто-то написал, так, и вот внутри идет, вот это тоже родное все того года, вот так вот они поставлялись в такой коробочке. Вот сам датчик показываю крупным планом, ставьте расширение в YouTube 4K, чтобы вам было нормально видно, они автоматически вот с каждой стороны вот залуженные так аккуратно, просто идеально. И что есть, какие надписи на датчике. Здесь также вот все в идеале. Даже латунь не окислилась, вообще супер. Есть, значит, обозначение SBM-20, где плюсик, анод с какой стороны не стерлась. Это, ну, это тоже понятно, что он хранился. Нигде печать, ОТК, по-моему, обязательный технический контроль. Год, 92-й год. Это самый свежий год, какие только вот в СССР производились датчики. После того закрыли завод и больше их не изготавливали. 92-й год, первый месяц. Дальше заводской номер 7674 и еще вот печатка также ОТК, обязательный технический контроль, прошло, что все там по ГОСТу, технические условия и так далее. Вот этот номерок краской, он ставился только на дозиметры, которые выпускались отдельно и продавались отдельно партиями. То есть каждый датчик и шел как эксклюзивный в своей коробочке, вот, отдельно. А было такие партии, что без вот этих коробочек просто вот так вот куча была в ящике датчиков, их продали. А эти идеальные прям датчики эксклюзивно вот этой коробочке продавали. Каждый отдельно упаковывали, у каждого свой серийный номер, а вот на других, вот возьмем там любой, ну нет, видите, только SBM-20 написано, год выпуска 88, серийного номера нет, просто они все одинаковые. А вот эти все с серийником, это как бы эксклюзивчик, можно сказать, такой очень редкий, дорогой, их вообще очень мало осталось, скоро вообще не будет, потому это... музейный экспонат. А, что я его успаковал. Проверяем на работоспособность. Вот у меня дозиметр для проверки. Синтекс, экран там отошел. Не работает, нет смысла смотреть. Импульс регистрировать. Слышно, каждый импульс сопровождается щелчком. Когда вот равняется на экране, тогда он в спящем режиме, он не меряет. Ждем, пока пропадет вот этот значок. Пропал, все. Начинает мерить. Вот идут импульсы, щелчки, датчик полностью исправен, полностью рабочий, все как нужно работает. И видите, радиация неравномерно летит в пространстве и во времени, может быть, в первую секунду там две частицы влетит, в следующую секунду одна частица, а в третью секунду вообще ни одной не влетит, она так вот летит, гамма-излучение природное. Естественный фон. И вот мы слышим. Все супер. Показания правильные, щелчки правильные, так и должно быть. Ну, кто разбирается, то они с первых несколько секунд уже понимают, насколько датчик новый, сколько у него процентов выработки. И то, что он рабочий, определяет за первых 2-3 секунды, этого достаточно. Ну, я так могу, например, определить на слух сразу.
Не нужно даже осциллограф подключать. Ну, кто не может, то можно на осциллографе проверить или к дозиметру подсоединить. Все, показал вам, вот так вот выглядели датчики, которые поставлялись с завода, каждый в индивидуальной упаковке. Вот в 92-м году. Все, спасибо за просмотр. Пока.